Рада приветствовать вас на нашем канале «Не скучно жить». Сегодня 31 декабря. Понимаю, что это видео выйдет уже в 2024 году, в году дракончика. У меня дочка дракончик, так что я думаю, этот год будет счастливым для всех нас. У нас, видите, какая погода ужасная. Я вообще-то собиралась сегодня идти на море купаться, но все равно, наверное, пойду. Не знаю, смогу искупаться или нет. Ну, традицию не хочется нарушать. И что еще хотел сказать? Салат готов будет, оливье и еще один такой салат вкусный. Не знаю, пробовали вы его или нет. Отвариваете куриную грудку, жареные шампиньоны, яйца отварные и корейская морковка. Корейскую морковку вчера делала сама. Получается очень вкусный салат. Вот поверьте, попробуйте один раз его приготовить. Он станет одним из ваших любимых салатов. Надо мне купить маринованные огурцы для оливье, забыла купить. И еще у нас будет печеночный тортик. Ну и, наверное, куриные шашлычки. Такое вот у нас меню на Новый год. Ну, я делаю все маленькими порциями, потому что мы вдвоем будем праздновать. Нам много не надо. Ну и так, хочу прогуляться по магазинам, червонки палочек купить, чтобы шаги нахаживать. Вот, а то что-то с этими предновогодними хлопотами, я уже дня 4 вообще не хожу. 31 декабря. Цветут розы. Ну, вообще, конечно, погода так меняется. Я вчера ходила в шортах и футболке, сейчас уже иду в свитере и в джинсах. Вы не поверите, а по-моему, сейчас погода-то разгуляется. Как бы мне искупаться? Вот прям так хочется, знаете, чтобы вот море унесло все-все-все плохое, что было в 2023 году, а уже Новый год с чистого листа, как говорится. Я не знаю, где все люди-то. 31 декабря, ну ходите гуляйте, или все салаты режут. Вообще никого. Люди! О, смотрите, сейчас в Мигросе акция на товар для животных. И такая огромная пачка, 50 лир всего. А так 3 штучки, вот маленькие, 29 лир стоит. Так что червонка будет рада. В Мигросе в мясном отделе в шапочках новогодних торгуют. Так классно, сразу настроение поднялось, какое-то такое праздничное стало. А то как-то ловила себя на мысли, что ну вообще не чувствуется праздник. Может, потому что снега нет? Или то, что родных нет рядом. Наташа, Саша тоже уехали в отель, поэтому грустненько. Ну что хочу сказать, мысли материальные. Я прям так хотела, чтобы было солнышко, когда я пойду купаться. Пожалуйста, погода налаживается, и в свитере уже жарко идти. Так, ну, погода у нас распогодилась, и мы всей семьей идем на море купаться. Так, ну что, люди вон купаются вовсю, волн нет. Значит, сейчас и я буду купаться. Что я хочу сказать, на пляже людей больше, чем в городе. Так, ну и мы сейчас туда же спустимся. О, у нас здесь вообще аншлаг, сколько людей. Ну, у нас здесь не купаются. Мы первые будем. Так, ну что, пойдемте. Ну, если честно, водичка прохладная. Может быть, конечно, надо привыкнуть. Но люди-то купались. Значит, и мы это сможем сделать. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, хорошо, хоть волн нет, можно постепенно заходить. Ну что, всех с наступающим Новым годом. От души желаю, чтобы этот год вам принес только положительные эмоции. Но я вас потом еще поздравлю рядом с елочкой. Вы не представляете, какая водичка классная-классная. Пускай все плохое уносит эта водичка, и у вас пускай все плохое. Надо вам просто представить, что как будто вы сейчас вместе со мной в море окунаетесь. Ух, красота! Вода прозрачная-прозрачная, видно каждый камушек. Друзья, от всей души поздравляем вас с наступившим 2024 годом, годом дракона. Этот год 100% вам принесет только положительные эмоции, счастье, здоровье в семье, мирного неба всем нам над головой и благополучие. Ура! Совсем скоро он станет
частью истории. А нам предстоит идти вперед, созидать будущее. Рада приветствовать вас в 2024 году. 31 января, сами видели, погода была шикарная. 1 числа к вечеру уже начался дождь. 2 числа весь день дождь шел. Ну а сегодня 3 число, у нас погода, видите, опять шикарная. Завтра обещают дожди. И сейчас хочу вам показать одно местечко. Много раз видели, я мимо него проходила. Там частный дом. Такая территория немножко заброшенная была. Сейчас все разровняли, забетонировали. Интересно, что там будет. Вот смотрите, раньше эта территория вся была в зарослях. Сейчас все забетонировали. Вот единственное, не знаю, выезжают отсюда или нет. И вообще для чего это, как вы думаете, все это сделали? И 1 числа у нас вот в этот столб молния попала 2 раза. Так сверкало, это что-то. Пишите в комментариях, новогодние салаты все успели доесть? Хорошо, что мы в маленьких количествах все сделали 1 числа, мы их доели. И как говорится, дело в сторону. Сейчас хочу дойти купить баклажаны. Сделаю такой легкий салат, на гриле овощи все приготовлю. Соединю как раз вот с этим салатом, с которым вы спрашиваете, что я готовлю. И немножко добавлю соевого соуса. И хочу дойти до моря, пока погода у нас располагает к прогулкам. Посмотреть, что там на море сегодня. Ну и вам заодно показать. Что еще хотела сказать. Люди появились. Наверное, большинство просто уезжали на новогодние праздники, на сам Новый год в отеле. Ну а сейчас приехали, людей стало значительно больше. Так, ну до моря осталось совсем немножко. Сейчас посмотрим, какая там красота. Ну что, а на море красота. Если бы завтра дождя не было, я бы пошла купаться. Никто не верит, что 31 числа была теплая вода. Действительно теплая. О, смотрите, декабрь закончился. В этом году решили нашу беседку тоже засыпать песком. Но погода уже портит. Небо затягивает, так что, наверное, все-таки синоптики не ошиблись, и дождик завтра будет. Хотела вам показать, в Биме брала вот такие вот консервы, очень вкусные, но они такие острые. Вот сейчас шоколадный сыр продается.